Мы вновь в Канаде. Перед нами все 10 ее провинций. Поезжай куда хочешь, говори с кем пожелаешь. А вот вопрос, на который мы ищем ответ, все тот же. Где рычаг Архимеда? В первом фильме вроде бы уже и ответ был найден. В частной собственности. Помните слова нашего героя-министра Чарльза Мейера? Самые главные условия успеха – прямая материальная заинтересованность фермера, владельца земельного участка. Все это так. И тем не менее возьмем на себя смелость утверждать. Вряд ли сработал бы этот рычаг, не окажись он в руках личности. А вот канадский фермер, в первую очередь, это личность. И потому особый наш интерес к образу жизни фермера, его духовному миру. Для себя мы поделили их на две группы. Идеалисты, хранители добрых традиций, и прагматики, люди бизнеса и новых деловых веяний. Признаемся, разобраться в этом нам помог соскочеванский фермер-философ Ричард МакКелви. На наш взгляд, он типичный представитель фермеров-идеалистов. Все было необычно в те часы, проведенные с Ричардом, и его оригинальные взгляды на роль и место фермера в жизни общества, и красавица-речка, опоясавшая его ферму, и чудо-дом, зарывшийся в тело холма. А жена и трое детей Ричарда – не только близкие люди, но и его единомышленники. Мы очень рады возможности побеседовать с вами. Считаем, что в вашей стране происходят большие сдвиги, и нам хотелось бы помочь вам. С этих слов началась наша беседа. У нас семейная ферма. Начало ей положил отец. Он сам срезал деревья, а мы с братом продолжаем дело. Сейчас на этой ферме работают две семьи. Мы развиваемся уже 50 лет. Полагаю, что достигли уровня, при котором можно жить комфортабельно. Я считаю, что надо жить так, чтобы после себя оставить жизнь лучше, чем ты ее нашел. Когда мы расчищали землю, намеренно оставляли деревья у берегов реки для животных, для фауны. Мы не применяем химию. Хозяйство наше многоотраслевое. Это нетипично для Канады. Здесь стремятся к специализации, но я считаю, что многоотраслевое хозяйство лучше для земли, а значит и для людей. Я горжусь, что произвожу доброкачественные продукты. Вместе с церковью мы помогаем фермерам. Это здорово, что фермеры и общество помогают друг другу. Но что это, традиция? Из рассказа Ричарда мы поняли, откуда корни этого явления. Когда первые поселенцы прибыли сюда, они работали вместе, ведь у них не было имущества. Вот тогда и зародились кооперативы. Люди вместе строили свои поселения, сами принимали решения. Вот в чем сила канадской системы. Жизнестойкость фермера в его близости к земле. Именно близость к земле делает человека спокойным и созидательным. Советским людям хочу посоветовать. Выбирая какую-либо систему, надо сохранять свободу инициативы. Свобода инициативы отличается от свободного предпринимательства. Свободное предпринимательство в Канаде стало идеологией, почти богом. Но частная инициатива важнее, и она должна остаться на ферме. Для Ричарда МакКелви свобода инициативы – это независимость от рынка и банка. Короче говоря, возможность оставаться самим собой. А предпринимательство для него – кабала, гонка за прибылью и конъюнктурой рынка. Мы начинали с $300. У каждого человека есть какой-то талант. Мы делаем все своими руками. Ремонтируем старую технику. Ведем хозяйство рационально. Вот и этот дом построен по своему проекту и своими руками. И стоять он будет столетия. А его художественное решение может быть различным. Конструкция дома позволяет трансформировать интерьер. Ричард МакКелви очень гордится своим домом. Показывая его нам, подчеркнул.
Это дом как бы иллюстрации созидательных сил человека. В этом он видит одно из преимуществ жизни на ферме. Человек получает разностороннее развитие. И еще об экономике. Если бы мы делали так, как советуют сегодня в институтах, то должны были бы брать деньги в банках и вкладывать их в дело. И попадали бы к ним в лапы. Мы ничего не покупаем, пока у нас не собраны деньги. Способ самоограничения позволяет нам спать спокойно по ночам. Банки и государства поощряют заем денег на расширение производства. Часто они поступают неэтично. Например, у фермера 20 коров. Банк говорит: мы тебе денег в долг не дадим, ибо такое стадо содержать неэкономично. А вот на стадо 150 коров, пожалуйста. Вот фермер и одалживает деньги. А потом часто не может справиться с таким большим делом. И нужно смириться с тем, что в своем хозяйстве станешь рабом, когда так много коров. По всему видно, что Ричард МакКелви хороший хозяин и не скупится покупать только надежные и совершенные машины. О достоинствах этой косилки рассказывал так. Очень трудно заготавливать сено, если на поле много воды, а эта косилка как бы плывет по поверхности почвы, ей не страшны кочки, бугры, она копирует рельеф. А специальное приспособление, через которое проходит скошенная трава, плющит стебли, удобно укладывает волки. В результате сено быстрее сохнет. Толковая машина. И сила ее в разумном копировании поверхности луга. Вот и логика рассуждения Ричарда, да простится нам такое сравнение, сильна теснейшей связью с жизнью, с реалиями крестьянского уклада. Я, видимо, буду в меньшинстве в этой стране из-за того, что сейчас скажу. Капитализм похож вот на этот костер. Можно сделать маленький костер и на нем разогреть пищу, обогревать дом. Это хорошо. Но если вы смотрите на этот огонь и преклоняетесь перед ним, огонь вас поглотит. У нас в стране принят общий курс. Чем больше хозяйства, тем лучше. И правительство открыто признает, что двум из трех фермеров придется уйти. И малые семейные фермы умирают. Но этого не должно быть, ведь там живут люди. А прибыль, то, что сегодня самое важное, становится основным фактором, толкающим корпорации. Это и есть суть свободного предпринимательства. И я это критикую. Работать с восхода до зари и быть в долгах – это не жизнь. Я считаю, что мы живем на этой земле для того, чтобы служить ближним, помогать друг другу, а не только гнаться за деньгами. Итак, концепция МакКелви ясна. Соразмеряй свои желания и возможности, не залезай в ярмо долгов. Довольствуйся тем, что можешь сделать сам, и помни о своем человеческом предназначении. Признаемся, таких как МакКелви сегодня в Канаде меньшинство. Большинство же нацелено на чистую экономику. Ярким представителем этой большой группы является энергичный, талантливый Терри Мюррей, фермер из провинции Альберта. К нему и путь держим. Терри прагматик, человек с современным экономическим мышлением. Он тонко чувствует тенденции рынка. Частная собственность для меня очень важна. Она позволяет вкладывать капитал и рисковать. Мы видим, как эти вложения растут. Мы получаем прибыль, а значит, улучшаем свой уровень жизни. В этом плоды нашего труда. Если бы я был служащим, то работал бы по 8 часов в день. В субботу и воскресенье отдыхал, получал бы отпуск. А на себя я работаю 7 дней в неделю. Выходной беру раз в 2 недели. Однако у меня есть возможность отдыхать так, как я хочу. Например, путешествовать по свету. Я стремлюсь повысить прибыльность, чтобы строить эти силосохранилища,
Эти помещения для кормоприготовления, чтобы покупать новую технику. Одним словом, делать все, чтобы опережать конкуренцию. Я занимаюсь административной деятельностью. Разрабатываю курс фермы на будущее. Я хочу сам управлять своей жизнью. Не хочу работать на других. Терри, в какой мере расширение фермы сегодня является объективной необходимостью? Мы не хотим расширять ферму, но вынуждены это делать, чтобы выжить. В 1985 году мы в два раза расширили ферму, от 20 до 40 коров, потом от 40 до 80. Для меня ясно, что мы должны опережать среднее число коров. Мы сознательно строили коровник на 160 голов, то есть в два раза больше, чем в среднем по провинции. Мы почти наверняка знаем, что к 2000 году, особенно если сын останется на ферме, и 160 коров будет мало. Поэтому проект перестройки дает возможность расширить помещение для 240 коров. Конечно, нет нужды расширять производство, если ферма рентабельна при существующих масштабах. Но надо смотреть вперед. Я должен быть готов к 2000 году. Это значит быть достаточно большой фермой. Мы должны получать максимальную отдачу от техники, поэтому, опять-таки, необходимо увеличивать стадо. Только так снижаются затраты, увеличивается прибыль. И тогда мы можем ездить кататься на лыжах, заниматься альпинизмом, другими приятными делами. Логика Терри жестка и понятна. Но серьезное расширение семейной фермы невозможно без привлечения со стороны дополнительной рабочей силы. Чем больше у вас производство, тем больше оно зависит от наемной рабочей силы. У нас работают 4 человека, и 2 трудятся за полставки. Они приходят в субботу-воскресенье. На ферме также работают мой брат, его жена, моя жена, дочка и сын. Особая забота – взаимоотношения с наемными рабочими. Важен результат их труда. Их зарплата зависит от качества работы и от ответственности, которую они берут на себя. У нас 2000 акров земли, то есть 800 га, 500 коров, из них 160 дойных. Да, процесс укрупнения канадской семейной фермы очевиден. И перед всяким крупным хозяйством возникают проблемы. Главный из них – наемный труд. Ведь в нем сокрыта опасность. Может ли наемный работник трудиться за чужое, как хозяин за свое? Да, говорит Терри Мюррей, если на главных участках трудятся члены семьи, и если наемный работник не батрак, а материально заинтересованное лицо. Еще проблема. Далеко не каждый умеет руководить сложным аграрным механизмом. От того, как удается решить эти проблемы, и зависит судьба фермы. Терри уверенно ведет свою ферму вперед. Однако у него есть претензии к правительству. Что уровень прибыльности в сельском хозяйстве должен быть разумным, чтобы фермер жил не хуже, скажем, продюсера фильма или политического деятеля, врача или адвоката. Надо получать достаточно прибыли, чтобы молодежь не покидала ферму. Фермер должен занимать должное место в обществе. Большое, хорошо продуманное хозяйство у Мюррея. А будущее его, конечно, дети, и в первую очередь сын Тай. Тай, ты хочешь продолжить дело отца? Да, я хочу. Я поступаю в университет, буду изучать механику, буду изучать опыт лучших ферм. После университета вернусь сюда. Тай, как нам говорили, фермерский труд не делает богатым. Как ты относишься к этому? Ну, это не вопрос даже. Я хочу получить этот образ жизни. Посмотрите на разницу между горожанами и сельскими жителями, и вам все станет ясно. У нашей семьи много разных наград. Это полка дочери Тарин.
А справа награды Тая. Эти призы они получили в клубе 4H. Для меня самая ценная награда – это. Ее я получил как лучший молодой фермер провинции. Такие награды помогают молодым обрести общественное признание за свою деятельность. Итак, мы увидели еще одну семейную ферму. Но согласитесь, как заметно она отличается от фермы семьи Маккелви. Впрочем, есть общее. И Мюррей, и Маккелви – хозяева своего дела. Оба ведут свои фермы так, как считают нужным, ибо они владельцы земли, построек, механизмов, а если короче – частной собственности. Эта сила движет вперед, являясь гарантией прогресса. Ну что ж, спору нет, великая сила в понятии моем, а только одной ее мало. И канадские фермеры отлично понимают это. Приучить ребенка к земле, внушить ему любовь и интерес к делу, постичь азы профессии – вот еще одно мощное плечо рычага Архимеда. Об этом стоит поговорить особо. И тут обязательно надо рассказать о всеканадском движении, имя которому – клубы 4H, в переводе 4H, от начала четырех английских слов – head, hand, heart и health, что в переводе «голова», «руки», «сердце», «здоровье». В семье фермера Роджера Крюера все от мала до велика члены клуба 4H, а глава семьи даже президент местного отделения клуба. И все они с волнением ждут завтрашнего дня, смотра ярмарки, где на завтра ребят ждала победа. Я этот приз получил за третье место в классе выращивания тёлок. А первое место за умение представить животное. Награды – только парадная сторона дела. Им предшествовала большая работа, где нужны и терпение, и умение. И такое можно увидеть в каждой фермерской семье, где растут дети. Вот и на ферме Блера Макки мы с интересом наблюдали праздничный хлоп. Для своих любимцев Марк и Морин не жалели ни труда, ни шампуня, ни воды. Вот так каждый день через любовь и труд воспитывается в ребенке профессиональная крестьянская гордость. Настоящий фермер не белоручка. С детства он учится крепко держать в руках вожжи своего дела. Такие праздничные ярмарки проходят ежегодно, и собирается на них вся округа. Участники, судьи, болельщики. Это радость для всех. Здесь равнодушных нет. Не забудем мы эту яркую, веселую ярмарку и эти радостные ребячьи лица. Конечно, игра-праздник, все это привлекательно для ребят. Но ведь фермерство еще и великий каждодневный труд, который вряд ли сделает крестьянина богачом. И ребята с ферм отлично это знают. Так отчего же они выбирают такую нелегкую жизнь? Потому что я люблю землю, животных, просторы. Не надо быть богатым, чтобы стать счастливым.
В Канаде снимать кино о фермерах – одно удовольствие. И слева, и справа интересные объекты для съемки. Вот так по дороге к Дику Харди, фермеру-скотоводу, мы встретили машину, не рассказать о которой почли за грех. Это жатка фирмы «Магдан». Ее вместе с трактором легко примчал к полю обычный фермерский автомобиль. Чем замечательна машина? Двумя достоинствами. Шириной 36 футов, что по-нашему 12 метров. Это захват. И универсальностью применения. Эту жатку купил фермер из провинции Манитоба, Деннис Бараджер. В агрегате с трактором жатку укладывают срезанные хлеба в волки, а установленный на комбайне может подбирать их, может использоваться и для прямого комбинирования. А вот и представитель фирмы, Скотт Макдон. Наши инженеры, создавая машины, прислушиваются к советам фермеров, их пожеланиям. Позиция производителя ясна. А вот мнение потребителя, Денниса Бараджера. Я раньше применял жатку компании John Deere. Тоже очень хорошая машина, но это универсальнее. Мы можем применять ее для укладывания хлеба в волки и для прямого комбайнирования. Особенно хорошо убирать ею невысокие культуры. Сложно ли переналадить эту жатку? Нет, если знаешь как. 30-35 минут нужно на это делать. Я использую эту жатку уже третий год и доволен ею. Я купил бы еще такую технику. С такой техникой быстро уберешь хлеб. Но это понятно лишь полдела. А вот вторая половина – надежно сохранить урожай. И для этого у канадского фермера, в отличие от нашего, прекрасные возможности. Всех благ вам, Деннис Бараджер. Канада – великая зерновая держава. Советское выражение «битва за урожай без потерь» здесь просто не поймут. А наша битва за сохранение урожая выглядит отсюда как сумасшествие. В Канаде умеют ценить свой труд. Деньги, вложенные в дело. Здесь все принадлежит конкретным людям, а не какому-то абстрактному «наше». Здесь зерно будет храниться в надежных элеваторах столько времени, сколько потребует рынок, и в нужный момент его отправит покупателю. На центральном пульте железных дорог рассчитают все для зернопотока. Количество вагонов, время загрузки, адреса получателей. Канада – зерновая держава. И здесь не на словах, а на деле реализовано все, что соответствует этому высокому званию. Теперь путь наш лежит к Дику Харди, чья ферма расположена у подножия скалистых гор, провинция Альберта. Красиво здесь. В этих местах поселились фермеры-скотоводы. На ранчо Дика Харди живут четверо. Сам Дик, его жена Стефания, две дочери Сьюзен и Алиса. И, конечно, у каждого члена семьи своя лошадь.
Сьюзен, мы слышали, твою лошадь зовут Nobody, или по-русски Никто. А что такое странное имя? Когда-то эта лошадь принадлежала дедушке. Он хотел ее продать, показывал людям, и никто не хотел ее купить. Никто. Так беднягу и назвали, Nobody. А потом я купила лошадь. Сейчас Nobody – моя любимая кобылка. Сюда, к Дику Харди, мы приехали, узнав об интересной форме кооперации. Объединившись с соседями, семья купила землю для пастбища. Какое скотоводство без выпасов, без кормов? Бывает, продается большой участок земли, но одному фермеру не по карману. И тогда люди покупают складчину. Так они становятся фермерами-акционерами одного кооператива и пользуются землей сообща. Мы состоим в двух кооперативах. В одном из них 10 членов, и у всех равная доля земли. У каждого члена кооператива 35 коров, а всего 350. Мы вместе покупаем быков, сообща решаем, на какую породу ориентироваться. Наши коровы на кооперативных пастбищах с весны до осени. А осенью мы сортируем скот и приводим домой на зиму. Участие в кооперативах выгоднее, чем индивидуально брать землю в аренду или покупать под пастбище. Ведь пастбище только часть года эксплуатируется. К тому же акции всегда можно продать и вернуть свои деньги. В борьбе со спекуляцией с землей правительство поощряет такую кооперацию. Существуют даже программы по улучшению пастбищ. Кооперативам помогают получить ссуды под более низкие проценты. Конечно, важнейшее условие участия в кооперативе – согласие между акционерами. Мы должны уметь работать дружно и учитывать проблемы соседа. Каждый год мы организуем пикник и барбекю для всех членов кооператива и их семей. Вместе ремонтируем заборы загонов, нанимаем человека, который работает летом со скотом. Зона Альберты и Соскочевана – регион рискованного земледелия. Здесь вести сельское хозяйство непросто. Да, у нас выращивать зерно и корма – дело рискованное. С 1977 года правительство Канады и провинций разработали программу страхования. И мы теперь защищены от неурожая. Правда, мы прибегали к этой страховке всего лишь 3 раза. Но отрадно знать, что ты защищен от беды. Если надо, есть страховка. Страховка не обеспечивает нам прибыль от урожая, но, по крайней мере, она покрывает затраты. Дик Харди, его жена и 2 дочери – представители традиционного семейного фермерства. Эти люди покоряют добротой, чистотой души, тесной связью человека с землей. Как писал наш профессор Чиянов, крестьянское хозяйство – это кирпичик мироздания. На семейной ферме люди трудятся столько, сколько требует дело. Поэтому экономический результат фермы определяется их взглядами на жизнь. А на жизнь они смотрят широко и философски глубоко. Лучше иметь меньше, но быть свободным. Меня зовут Пол Борн. Вот моя жена Дороти. Это мой старший сын Тед, ему 10 лет. Другому сыну 8 лет, его зовут Дерек. Вот Дженнифер, ей 5 лет. И младшая Джуди, ей 3 года. Здесь наше бюро, где я работаю. Дороти в этой комнате занимается бухгалтерией. Мы все много времени проводим вместе. Дети заходят и выходят, так что мы часто все вместе. Вот здесь у меня устав. В нем сказано, первое правило, начальник всегда прав. А второе гласит, если начальник не прав, смотри первое правило. Так что если возникает проблема, и люди не согласны со мной, это жаль, но я всегда прав.
Пол, всегда ли ты занимался этим делом? Нет, раньше я растил зерно в южной части Альберты. Но тогда с зерновым бизнесом было туго, а мне еще с детства нравилась работа с птицей. Я искал возможность купить птицеферму в Альберте или в Британской Колумбии, но там они стоили слишком дорого. В Манитобе цены были ниже. Я продал свою землю в Альберте, хорошо заработал на этом, ибо там цены на землю были высокие, а здесь, в Манитобе, когда купил эту ферму, цены на землю были низкие. Правда, понадобилось из суда банка. Мне это дело по душе, и к тому же оно прибыльное. Несколько лет назад у Борнов стряслась большая беда. Сгорела ферма. Восстановить хозяйство Борнам помогла страховая компания. Чтобы заново построить ферму, потребовалось 6 месяцев. Мне пришлось одолжить деньги в банке под страховой полис. А страховая компания заплатила нам спустя 8 месяцев после пожара. Для фермеров очень важна страховка. В Канаде есть много страховых компаний с хорошими программами. Можно выбирать то, что вам нужно. Если вы хорошо изучили страховой полис и знаете, что он отвечает вашим интересам, то можете спать спокойно. В нашей страховке была даже предусмотрена оплата потери заработка. Так что о пропитании семьи мне не надо было беспокоиться. Пожар произошел летом. День был ветреный, все сгорело дотла. Для нас это был шок. Затем мы вместе с представителем страховой компании определили стоимость нового здания. Этот процесс проводится очень тщательно. А пока я под кредит банка нанял строительную фирму, и через полгода было готово новое здание с новым оборудованием. Итак, через 6 месяцев на ферме Пола куры вновь давали яйца. Могло ли такое случиться в обществе, которое не заботится о своих кормильцах-фермерах? Выходит, совсем не так жесток для людей этот строй капитализм. Удивительно и другое. Уже через несколько лет после пожара Борн был удостоен почетного звания «Лучший фермер провинции». Эта награда весьма престижна. Строгое жюри учитывает даже семейную жизнь. Для того, чтобы мы запомнили это событие и чтобы люди знали о нас, нам выдали приз и вывеску. Это большая честь для каждого фермера. Для нас это было просто замечательно. Пол Борн, хоть и молод, но уже научен жизнью. Поэтому прислушаемся к его советам нашим фермерам. Самое главное, фермер должен иметь интерес к своему делу. Второе. Создавая ферму, подумай, где взять деньги. То ли у банка, то ли у друзей. Третье. Постоянно учись вести свое дело. Смелее обращайся за советами к людям. В Канаде рассуждают так. Если сосед может хорошо делать дело, так почему не могу научиться и я? Нельзя не согласиться с Борном. Учиться надо во всем. И, как говорится, никогда не поздно. А в такой стране, как Канада, особенно много поучительного. Разве можно было не снять необычный для нас аукцион подержанной техники? Что здесь происходит? Если двумя словами, покупают и продают. Можно и поподробнее. У каждого фермера на усадьбе наверняка есть ненужная машина или механизм, или просто деталь. Выбросить жалко. Куда деть? Вот и нашлись предприимчивые люди, которые организовали аукцион. И так в каждой провинции. Билл Ходжинс, хозяин аукциона, энтузиаст этого бизнеса. Выгода покупки на аукционе в том, что фермер платит только ту цену, по которой хочет купить технику. Здесь фермеры общаются с друзьями, соседями, узнают, что почем. Аукционы происходят 5 раз в году. В те дни, когда фермеры меньше заняты работой. Сегодня мы наверняка продадим 1,5 миллиона долларов.
симпатичные, толковые парни, эти канадские фермеры. И поговорить с ними одно удовольствие. Но вернемся к основной теме нашего рассказа. Образу жизни фермера. Ясно, что она во многом определяется организацией его дела. В Канаде много семейных ферм пошли по корпоративному пути. Хозяйство семьи Пульвермахеров в провинции Саскачеван нам показалось типичным в этом смысле. Мы подъехали как раз тогда, когда шла погрузка индюшек в трейлер. Этой работой занимался младший сын. Несколько слов об этой семье. Начали с малого, со 100 индюшек. Как признает глава семьи, по идее Флоренс, мадам Пульвермахер. Всей семьей занялись птицей. Зимой, когда заметало снегом сараи, брали лопаты и шли откапывать птичники. Было трудно, но весело. Работали и пели песни. Деньги на ферму под небольшие проценты дала старая тетя хозяйки. Каждый год расширяли производство. Понимали, что без науки далеко не уйдешь. За новшествами ездили по белу свету, везде учились. Так появилось племенное стадо. Построили инкубатор. Теперь продают отличных индюшат. Покупателей много. Понятно, чем больше стада, тем больше нужно корма. Построили свой завод комбикормов. Так дешевле и качество выше. Постоянно думали о главном. Растут дети, взрослеют. Раньше молодежь уходила в город, на ферме не было работы. Теперь дети, их мужья, жены получили возможность стать членами семейного предприятия. Один из сыновей занят общей экономикой, другой – птицей. Зять сменил профессию учителя на должность управляющего кормовым заводом. Все члены семьи – держатели акций. Все имеют долю в деле, и каждый заинтересован в его успехе. А дело серьезное. Почти 1000 тонн отличной индюшатины в год. Вот что такое семейная корпорация. Двигаясь вперед по бесконечной дороге технического прогресса, не забывают канадцы свои корни, с чего все началось. Тяжел был удел пионеров-хлеборобов, но это их история. И такие смотры старинной техники – дань уважения прошлому. И старики-фермеры бережно сохраняют эти допотопные машины. И в этом увиделось нам еще одна важная деталь уклада их жизни. Мы воспользовались случаем, затеяли разговор с фермерами-ветеранами о судьбе традиционной семейной фермы. Небольшие семейные фермы под угрозой. Затраты на дело растут, а цены на нашу продукцию падают. Если у нас нет масштабов, очень трудно сегодня зарабатывать на жизнь. Мне будет очень жаль, если маленькие семейные фермы исчезнут. Видимо, будущее за корпоративными фермами. Однако уверен, если не сохранится семейная ферма, потребителю придется больше платить за продукты питания. А что такое корпоративные фермы? Фермы, которые принадлежат группе людей, синдикатам, то есть большие фермы. И мы будем работать на этих фермах, но уже не как хозяева. Не будем иметь голоса. А может человек хорошо работать на кого-то? Ни в коем случае. Просто не будет интереса. В Канаду, Северную Америку люди приезжали из разных стран, чтобы иметь свою ферму, чтобы делать, что хочется. Вот это наши традиции, наше прошлое. Когда становишься просто арендатором, у тебя пропадает интерес к своей ферме. В
Слушали мы этих честных и добрых людей и думали, как логично то, что они говорят. Так почему мы в своей жизни руководствуемся другими принципами? Кому мы обманываем, утверждая, что на дядю можно так же хорошо работать, как и на себя? Кульминацией праздника – соревнование старых тракторов. Кто сильнее? Такое западает в память надолго. Денис Вриенд – фермер-овощевод из Альберты. Он стоит особняком в ряду персонажей нашего фильма. Ферма Дениса семейная, овощеводческая. Он не просто производит хорошие овощи, а, что особенно важно, экологически чистые. А это влечет за собой серьезную ответственность не только перед покупателями, но и перед органами инспекции качества продукции. Пример Дениса особенно интересен тем, что символизирует новые явления в сельском хозяйстве Канады. Фермеры все чаще идут люди интеллектуального труда, люди с высшим образованием, причем раньше никогда не занимавшиеся сельским хозяйством. Я был мало знаком с фермерством. У нас был сад около дома. Мы думали, что умеем заниматься садоводством. Но потом убедились, что большая разница между выращиванием овощей как хобби и производством их для заработка. Нам пришлось учиться. Было трудно, но мы были готовы много работать и не разочаровываться сразу. Человек живет надеждой, и когда надеешься на то, что еще можешь чему-то научиться, тогда сумеешь далеко пойти. Я стал овощеводом потому, что разочаровался в системе образования, которая равнодушна к окружающей нас природе. Я решил действовать, заняться фермерством и охранять среду. Не секрет, что сегодня сельское хозяйство разрушает почву. Я считаю, что есть лучшие методы ведения хозяйства. Надо опираться на естественные процессы, применять органику, а не химию. Это мое глубокое убеждение. Я уже доказал себе и многим другим, что этот метод эффективен. Денис, ваш опыт и мысли очень интересны. А что бы вы могли сказать советским фермерам? Трудный вопрос. Ваши фермеры далеко. Вот как мы решали наши проблемы. Мы очень осторожно тратили деньги. Мы довольствовались тем, что смогли сделать сами. Старались купить подешевле. Сначала надо заработать деньги, а потом уже тратить. И еще. Самая большая проблема для фермера – это маркетинг, то есть сбыт. А для овощеводов особенно. В Канаде перепроизводство продуктов питания. А правительство заинтересовано, чтобы продукты для населения были дешевле. Проблему сбыта мы решили так. Предлагаем покупателю качество, которое намного выше того, что он может купить в супермаркете. Сегодня фермер должен быть бизнесменом. Надо уметь завоевывать доверие людей к своим продуктам. И, наконец, фермеру надо иметь много терпения. Денис неисправимый философ. Вот как он говорит о природе. Фермер должен с душой относиться к счастью своих растений. Можно увидеть, как растение счастливо.
Иногда можно слишком много требовать от жены. Иногда можно много требовать от растений. Если вы жену много кормите, она растолстеет. А если перекармливаете растения и думаете, что это даст вам большой урожай, фактически вы губите свои растения. Надо любить их. У растений свое место в этом мире. Побывав у Денниса Вриенда, мы порадовались уровню механизации его фермы. Причем почти вся техника разработана и создана самим бывшим историком. Видно, и в Канаде что-то недорабатывает промышленность, если фермер сам вынужден изобретать. И все-таки проблема механизации решается. Нам посоветовали, поезжайте в провинцию Квебек, где фирма ВИК создает систему механизмов для фермеров. В Квебеке живут преимущественно франко-канадцы. И семья Поля Жильперо типичная французская. У Поля молочная ферма. Хозяин уже несколько лет использует робототехнику фермы ВИК. Почему? Вот оценка самого Перо. Во-первых, эта система намного облегчает труд. Во-вторых, возросла продуктивность коров при экономии корма. Каждое животное получает ровно столько корма, сколько нужно в данное время. У каждой коровы своя программа питания. Конечно, эта система стоит дорого. Перед ее покупкой Перо подсчитал, что окупится она через 7 лет. Но ошибся. Окупилась за 4 года. Здесь вся премудрость в системе датчиков. Датчик на шее каждой коровы. Есть и другой вариант системы работы. Данные о коровах вводятся в компьютер. И тогда отпадает необходимость в датчиках, которые на корове. Это удобно. Летом животные выходят из помещения и, возвращаясь, могут встать не в свое стойло. Фермер закладывает данные, уточняющие, где стоит корова. Ну а теперь навестим создателей этой малой техники. На небольшом заводе фирмы ВИК мы встретились с ее президентом Клодом Ривалем. ВИК – небольшая компания. Мы создаем специализированные системы для приготовления корма и для его раздачи животным. Мы работаем в тесном контакте с университетами и Министерством сельского хозяйства Квебека. И что особенно важно, с фермерами. Эта техника особенно полезна на небольших фермах, где 30-40 коров. Техника, культура и непременная экономическая целесообразность. В общем, царство рациональности. Все подчинено расчету. Желанию жить богато. Отсюда и тенденции большинства фермерских хозяйств к укрупнению. Напрашивается вопрос, а выживет ли в таких условиях традиционная семейная ферма? Многие отвечают «нет». И мы, может быть, склонились к этому. Если бы не встречали таких фермеров, как МакКелви, Вриенд, или такой удивительный человек, патриарх творческого земледелия Джордж Коффи из провинции Саскачеван. Джордж – фермер и активный общественный деятель. Он исповедует свою философию сельского хозяйства. Ее основа – применение технологии, которая охраняет природу и человека. Проще говоря, Джордж выращивает продукты без всякой химии и органики, используя достижения биотехнологии. Коффи создал общество фермеров, производящих биологически чистую продукцию. Эта говядина выращена без химических веществ. А на продовольственных ярмарках этим животным достались все призы. Каждый должен осознать, что живущее на земле зависит от питания. А питание идет от земли. В почве живут полезные микроорганизмы. Они поставляют питание и нам, и растениям, и животным. Наша задача в том, чтобы установить баланс между ними. Именно этот баланс питания
пробуждает джиннов в клетках животных и растений, которые либо делают нас здоровыми, либо слабыми и больными. Вот в этом и суть биотехнологий. Джош, ваша технология, видимо, стоит больших денег. Нет. Наша продукция лучше, и ее покупают для пищи. Она идет на экспорт, применяется для посева. Мое зерно не в амбаре. Меня никогда не спрашивают, сколько стоит. А говорят, не могли бы продать нам хотя бы немного. Я не богач. У меня есть дом, есть семья, есть друзья. А что еще надо? Уважаемый Джордж, 14 лет вы не применяете химии. 9 лет обрабатываете почву только биологическими методами. Что бы вы порекомендовали нашим фермерам? Людям в России я хотел бы посоветовать 3 вещи. Не следует слепо копировать американский опыт. Он терпит крах из-за использования химикатов. Этот путь не экономичен. Применение органики со временем тоже станет чрезмерно дорогим. Единственный выход – учиться у природы и вооружиться ее методами. Всем земледельцам нужно усвоить важнейшие истины, которые не стоят денег. Это правильный севооборот и забота о микроорганизмах, живущих в земле. Джош, вы старейшина семейного фермерства. Ваше мнение о его будущем? При ведении хозяйства традиционными методами, то есть с применением органики и химии, семейная ферма обречена. Выжить можно только через биологическое ведение хозяйства. Оно дешевле и чище. Люди пойдут за этим. Ведь речь идет о здоровье человека. По этому пути пойдет весь мир. И я готов приехать к вам в страну и бесплатно помочь освоить нашу биосистему. Не раз и не два от разных людей в Канаде слышали мы такие добрые слова. Откуда в наш суровый век такая щедрость души? Откуда эта готовность ринуться на помощь соседу? Не потому ли, что рядом с ними, с их дедами и отцами жили и трудились люди с той далекой земли по имени Россия. Они были соседями и всегда помогали друг другу. На краю маленького городка Принц Альберт встретилось нам это тихое, светлое кладбище. Последнее пристанище пионеров. Господи, сколько русских, украинских, белорусских имен. Дах, Ткачук, Сушко, Комаровский. Что гнало вас сюда, на чужбину? Наверняка немалых вклад в основы сегодняшнего процветания Канады. А ведь дай им волю, смогли бы они сделать это и там, на родной земле. Богач Григорий, стал ли ты богачом? Жить бы тебе да людей кормить на родной Тернопольщине. Но, видно, не жилось. Семейная ферма – это тот путь, которым мы пренебрегли. И пренебрегли во имя политических мифов, и к которому нынче так трудно идем. Да еще и еще раз повторим, лишь то государство богато, где счастлив и богат крестьянин. Мы искали ответ на вопрос, где рычаг Архимеда? И теперь убежденно можем ответить – в свободе и счастье крестьянина.